Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Твои друзья уже выстраиваются в очередь за стильной одеждой из коллекции Back to School от Grand Kids. Джинсы, джемперы, обманки, рубашки, спортивные костюмы и многое другое на каждый день от Grand Kids. Еще сидишь дома? Бегом в магазин! Наши цены приятно удивляют. Магазин стильной детской одежды Grand Kids. Улица Гагарина, 37, торговый центр «Космос», второй этаж. Партнер программы «Прогноз погоды» – магазин «Колор». Магазин лакокрасочных материалов «Колор» предлагает вашему вниманию обои под покраску, стеклообои, краски премиум-класс-аппарат, большой выбор водно-дисперсионных красок, эмалей, грунтовок, а также лаков и аэрозольных красок. Также имеется компьютерная колеровка для красок «Парад» и «Лакра». Большой выбор сыпучих смесей, малярный инструмент, герметики, монтажная пена, гипсокартон, фанера, профнастил, минеральная вата и многое другое. Бесплатная доставка по городу от 5000 рублей. И о погоде. По данным Печорской гидрометеобсерватории, завтра, 3 сентября, в Печоре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 7-9 градусов, а завтра днем плюс 19-21. Уважаемые рекламодатели, разместить информацию в нашей программе вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16, телефон рекламной службы 3-56-90. Информация дублируется на нашем сайте www.volnaplus.ru. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». С вами была Наталья Оншина. Всего доброго и до встречи.